Здравствуйте, друзья! Буду делать электропроводку в котельной. Проводку буду прокладывать открыто в кабель-канале. На розетке я взял кабель 3 на 2,5 и на освещение 2 на 1,5. Кабель ВВГ-НГ. Также взял распределительные коробки, выключатели и розетки. В одной кабель у меня будет идти из дома сквозь это отверстие, поэтому распредкоробку установлю где-то над этим отверстием. Дальше будет розетка возле насоса и распредкоробка над ним. Также возле бочки будет распредкоробка и розетка возле насоса. И розетка будет возле окна. Здесь у меня будет рабочая зона. Выключатель возле двери и две лампочки. Вот в этой зоне и возле котла. Распределительную коробку устанавливаю с отступом 15 см от потолка. Это будет центр распределительной коробки. Саму же коробку креплю к стойке каркаса с помощью саморезов. Розетку возле окна устанавливаю на высоте 1,10 м от пола. Ее также закрепляю с помощью саморезов к каркасу. На этой же высоте буду закреплять и выключатель возле двери. Розетки возле насосов буду устанавливать на высоте 60 см от пола. Установил подрозетники, розетки и выключатель. Теперь буду прокладывать кабель-канал. Кабель-канал продается длиною 2 метра, поэтому отмеряю и отрезаю нужный мне кусок. Отрезаю с помощью ножовки по металлу и закрепляю к стене, а вернее к стойке каркаса. Креплю на саморезы с пресс-шайбой. Смонтировал кабель-каналы, дальше буду укладывать кабель и все подключать. Уложить кабель ВВГ в кабель-канал оказалось неосуществимой задачей, он оттуда постоянно выпадает, поэтому буду использовать ПВС-кабель. Применил не ПВС-провод, а ШВВП, это плоский многожильный гибкий провод. Его проще укладывать в плоский кабель-канал. В этом месте распределительная коробка оказалась лишней, так как во время монтажа я изменил план прокладки электропроводки. Здесь просто уложил кабель, не разрезая. Возможно, в будущем нужно будет добавить еще розетку, поэтому ее подключу к этой распределительной коробке. Подключаю розетку, отрезаю нужной длины провод и зачищаю изоляцию. Так как провод многожильный, запаиваю концы.
аналогично подключаю двухклавишный выключатель. В распределительной коробке провода соединил пока что с круткой. Позже спаяю, так как нужен мощный паяльник, которого у меня нет. Поэтому сейчас проверю, работает все. И заизолирую пока что временной изолентой. Провод я использовал не ПВС, как планировал ранее, так как он круглый и в кабель-канал не помещается. А использовал ШВВП. На розетку, которая возле окна, вот на эту розетку, использовал 3 на 2,5. На розетке, которая возле насосов, использовал 3 на 1,5. И на свет использовал 2 на 1. Подключил котельную в розетку, как бытовой отопительный прибор. Вот так кабель идет в гофре и котельную. Здесь кабель 3 на 2,5. Проверяю свет. Свет работает здесь и здесь. И насосы. Насос работает. Второй насос. Тоже работает. Проводка в котельной готова. А на этом, друзья, все. Всем спасибо за внимание. До новых видео!